Вот. Поздравляю Антонину Скугарю, одна из тех, кто создает новое садоводство. Ну, пока в масштабах школы. Вот это вот ниже, я уже вам показывал пару раз. Это одна из российских школ, и при усаде, как при школьном участке выросло вот это. Там есть биологи, как их называют, сейчас помню. Учитель-биолог, есть же такая должность? Есть. Вот. Они учат детей. Они учат их такому. Я знаю, сколько людей, даже наших знаменитых людей, которые на стиху говорят, школа вызвала ненависть к литературе. Тех, кого проходили. Вспоминаем Достоевского, даже Тургенева, хотя есть там прекрасные вещи у него. Уже за компанию. Чехова. Зачем это надо было школьникам? Школьникам надо было это «Пираты Карибского моря». Так, вот. Потом этих самых про детей партизанов в войне с фашистами. Вот это мы зачитывались. Вот. Джеком Лондоном мы зачитывались. Люди в самых дичайших условиях, как выживают. А мы это дети читаем. А вот это зачем? Тысячи непереводимых этих самых. Идиоты. Вот тут я там как-то я пытался что сделать. Специалист в кавычках взял. Просто, а нет, в смысле, просто неграмотный, который ничего не соображает. Когда заставил. Одно пошло, 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 перешло в эти самые университетские, тимирязевские и прочие академии. Так, я вам покажу, как это выглядит. В 21 веке, в 21 году. Вот. А это кто заставлял взять такую идиотскую? Вы знаете, что впереди, друзья? Вот. Мне бы только бы дали госзаказ, потому что мне времени совершенно нету. Мне нужно сделать 5000 фотографий, которые станут основой учебы и экзаменационными станут. Посмотрел на фотографию, сказал все, что не видит. 2, 3, 4, 5. И никаких ЕГЭ. Вот это встало бы, и сразу, если поступило в университет, там как в этом, 12 тысяч, по-моему, тимирязевки, выйдет 12 тысяч специалистов, а сегодня ни одного. Вы чувствуете разницу? Кто мне даст такое задание? Кто мне даст пару миллионов, чтобы я за это время это самое, что-то мог делать? Так же помогать, как помогаю больным, старым, детям и прочим. На что уходит сейчас все время? Вот что надо. А это идиотизм. А теперь посмотрим на Антонину Скугарю. Ребята, внимание! Вот она. Тоня, милая, Антонина Ивановна, я вас поздравляю. Вы приняли участие и получили сертификат Всероссийской научно-практической конференции «Наука, образование, культура. Актуальные проблемы». Вот это вот. Вот это вот. Видите? Вот здесь вы царствовали. Я вас поздравляю. Вот. Но... это, как сказать-то, вы меня поймете, это все для галочки. Если там и был один человек, который принес пользу, научив десятки детей, настоящее садоводство. Помните, посадка, сертификация. Вы как это, знаете, сейчас таких, одна на всю страну, одна. Вот. Сделать вас лидером, если в советское время сделали бы и сказали бы, делайте как это, во всех школах создать. Но они во всех школах вырастят и тут же загубят. И опять вот это будет. Вот это самое. Сейчас покажу, где мы сейчас там были. Вот. Не могу я сообразить, как уйти отсюда. Уйти отсюда и вернуться сюда. Ну-ка, если закрыть. Ага, все нормально. Вот с чем кончится, все равно. Школа ничего не знает, потому что преподаватели школьные не знают, как выращивать сады. Ни один. Скугарева Антония пришла со стороны, как ветеран. Вот. Я до сих пор понимаю, уже сейчас бы я бы вручил, если не орден, то медаль. И премия 1 000 000 рублей. Она сколько сил, нервов затратила. И все равно я вас поздравляю, Тоня. Все равно поздравляю.
Вот, первая ласточка. Вот, а это я специально показал. Современная школа.